Сначала я так подозреваю, нужно было отдать это дело на экспертизу и узнать, он совпадает с оригиналом или не совпадает. А там даже визуально постарались сделать так, что он явно не совпадает, потому что это вся была прозрачная и синяя, а это мутная и синяя. И гораздо меньше. Это, видимо, говорит о качестве кристаллизации. Там, черт его знает о чем. Я в этом слабо разбираюсь. К нам на ВДНХ подходил наш зритель, который нас смотрит из Москвы, а он как раз профессиональный химик. Он говорит, я все могу рассказать, как варить. Такой метод. Давай, давай! Как его сделать? Я даже по праву даже не знаю. Разве это вопрос с Дементием? Да, есть у меня один младший товарищ, который посмотрел во все тяжкие. Естественно, немедленно заварил метамфетамин и немедленно сел. Вот это удача, блин, да. Тут действует известный принцип. Придумал рубль, сделал 10. Сделал и сел. Продал 100. Так вот, продал – это самое главное, потому что придумать и сварить – дело нехитрое. А кино, оно как раз про то, кто же это может продать. Да. Это важно. Оно как раз про всю цепочку капиталистических отношений. Угу. От задумки до реализации. Как раз вот делал художественный фильм «American Gangster», где там Дензел Вашингтон такой, ну, черный гангстер. Интеллигентный негр. Дебил такого калибра, что я просто теряюсь. Он все хотел, чтобы у него у негра все было как у итальянцев. Поэтому он из деревни, налаживая наркоторговлю и организуя по итальянскому принципу, он выписал всех своих братьев-трактористов сельских. Значит, сейчас мы тут наладим продажу. Вот. Ну, наладили, естественно, как следует, но его там по совершенно непонятным причинам его итальянцы к себе позвали, там мега-итальянец. Ну, предложение, а давай наладим тебе продажу, а у меня налажено, я от 101-й улицы и до реки, у меня торговля идет прекрасно. Да нет, я там Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, там вот как-то вот это вот давай наладим. Ну, давай. А в это время, соответственно, эти дебилы-трактористы ему там налаживают. И в конце, когда прибыли люди из ФБР, там, чье это? Спрашивают детектива. Он говорит, вот там черный туда-сюда. Да не может черножопый такого сделать, если сделать то, что делают итальянцы. Не может. А ты жидяра. Не лень. Я жидяра. Очень хорошее кино. Кто не смотрел, скоро будет. Готовьтесь. Да. Готовьтесь. Фильм достойный, да, я помню. Поэтому да, продажа – это важнейший элемент. Сам нет, не можешь. И вот мы уже наблюдаем, как детектив Майк Эрментраут. Не могу сдержаться, да. Опять. Вот этот замечательный кадр, когда мальчик приехал на велосипеде с волыной и грохнул этого, как его. Комбо! Комбо! Да, просто застрелил как собаку. Вот это результат лично организованной торговли. Отличный кадр. Да.